Здравствуйте, вот наш с вами компьютер. Характеристики, ну сейчас все это в компьютере еще покажу. Состояние очень даже хорошее. До своего времени сохранилось. Нет аккумулятора, соответственно, видим. Он у меня куда рука аж уходит. А, тачпад у нас рабочий. Вот мы видим. Рабочий, но кнопки на тачпаде эти не работают. Поэтому как бы, ну, подключаем мышку для удобства. Диадаптер у нас Graphics GeForce 600. 10М-ка стоит. Pentium DDR3 4 гига. Здесь, соответственно, все это скрываем. Переходим с вами в Crystal Disk. Жесткий у нас на 500, техсостояние хорошо, температура 29 всего. То есть вот, при нажатии на мышку, вот это у меня все реагирует. При нажатии, соответственно, на тачпад не реагирует. И сам тачпад работает. Далее, поехали по кнопкам. В принципе, нареканий нет. Чистенько, аккуратненько, грязью не забито. Оп, зажал. Комбинацию. Так. Здесь, соответственно, поверху. Сейчас, оп. FN зажимаем. Угу. Нажали мы функцию спящего режима. Так. Все, просыпается у нас опять. Оп. Добрый вечер, добрый вечер. Так, 4, 5, 6, 7, 8. И, соответственно, здравствуйте. Что? Это к девушке на кассу. Да, Абдел, и, соответственно, кнопки все. А грамм вообще сколько сейчас? Да. Это на время? Вот здесь также нажимаем еще. Все, у нас это полноценно работает. Все в исправном состоянии, кроме, как я сказал, то есть без аккумулятора. И даже здесь у нас отображается без аккумулятора, то есть зарядки оп, сразу отключается, и вот эти две кнопки не работают. При работе лучше использовать мышку. Так, о, здесь в внешней части тоже все хорошо, в принципе, без нареканий особых. Оп, и вот здесь вот. Батареи нет. Так, все полноценно рабочее.